быстренько, простенько, удобненько, комфортненько. Самое главное – качество. В Химках развивается молодое швейное производство, которое предлагает своим покупателям качество и комфорт. Здесь шьют преимущественно женскую одежду, а также изделия на заказ. Специалисты муниципального учреждения «Малый бизнес Химки» совместно с депутатом Алексеем Федоровым посетили предприятие. Открылись мы сравнительно недавно, в районе где-то полугода назад. Вот. Начали запускать мы изначально бренд собственной одежды «Violet Way». Вот, предназначен он для мам, молодых женщин, девушек. Это спортивная casual, спортивная такая одежда, вот, универсальная под любой случай. Одежда из муслина для новорожденных – новинка сезона. Сейчас ее активно отшивают. Как отметила учредитель компании Ирина Крутова, творческий процесс не останавливается ни на секунду. Идеи рождаются каждый день, одна за другой. Им надо только успевать их генерировать, воплощать и так далее. Планируем в ближайшее время, конечно, перевести все наши уже готовые коллекции в одну, которая будет называться Family Look. Визит на фабрику состоялся в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил высокое качество изделий. Мы ознакомились с особенностями производства, поговорили с руководством фирмы, узнали их планы, ну и, конечно, оценили одежду, которую сейчас производят и реализуют предприниматели. Сейчас объемы производства небольшие. Предприятие только начинает свой путь на большом рынке. Изделия можно приобрести на популярных маркетплейсах. Для дальнейшего развития молодой компании нужны субсидии. Такая мера государственной поддержки поможет выйти предприятию на другой уровень. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.